Сент-Джонс. Нет, он... Сент-Джон. Сент-Джон, да? Да, потому что там еще один есть. А-а-а. Ну, он кажется мне больше Фредериктона. Да, он намного больше. Но на столице вряд ли. Все побережье это порт. Никаких тебе променадов, ничего нет. Сколько чаек здесь? Угу. И сколько гнезд. Ага. Гнезда и птенчики даже там уже есть у них. А вон название прямо видишь на Сент-Джон, горе? Сент-Джон, я вижу, да. Ну, сейчас. Только строится и не достроилась. Холидей Ин, да, в этом? Где мы сегодня? Сегодня мы будем здесь. Кстати, Холидей Ин находится на Мейн Стрит. Да, ну да, прям сразу заезжаем. Ну что, начнем обзор очередного отеля. Это Holiday Inn. Так, что у нас здесь? Ой, смотрите, мыло, да, в такое масюсенькое. Вот это да, такого не видела, лосьон. Что здесь еще есть? Так, здесь есть ванная, но это прям плюс смешно, блин. Посмотрите. Посмотрите на ее глубину. Короче, она сантиметров 30 глубину всего лишь. Даже не ванна, а такой как бы поддончик. Ну, кондиционер, шампунь и гель. Это, я так понимаю, фен тут висит, да? Вот, что еще есть? Микроволновочка. Это сейчас во многих отелях я вот здесь видела микроволновку. И практически в каждом стоит вот такая машина. Либо вы этот кьюк, либо Неспрессо. Ведерко для льда. А что тут? Пару пакетиков чая, кофе. Что внутри? Ну, а как его открыть? Ёлки-палки, вот. Холодильники пусты, ничего нету. Холодильник пустой. Это что такое? Что за лампочка? Ладно, выключу на всякий случай. Гладильная доска, утюг, сейф. В шкафу. Телевизор. Довольно большая такая зона для работы. О, тут даже есть кушеточка. Кушеточка и две огромные кровати. Ну как, мягкие? О, супер, такая мягкая. Какая стильная здесь лампочка. Неуютно, молодцы. И
И очень чистый, хорошо пахнет. И подушки мягкие, наконец-то мягкие подушки. Потому что в первом отеле, вот этом, в котором мы были в Монреале, очень твердые были подушки. Меня прям все уши затерпли. Ну вот, номер большой. Метров 40, наверное. Но ванная совсем маленькая. Вот очередной день, очередной отель. Очень важный знак. Курить нельзя не только сигареты, но и коноплю. А вот лампочка какая у них стильненькая. Смотрите, что сзади прикольно. Две розетки в этой же лампочке. И вот есть еще такой разъем для USB. Как включается? Вот, зажглась. Немножко современного искусства. Новый кондиционер. А, вон Артюшечка уже грузит вещички. Сейчас принесет. Ну, конечно, флаг Канады. Без этого никак. Вообще очень чистые, высокие потолки. Но на них все равно вот эта шурупень. Новенький, в хорошем состоянии, чистый ковролин. Довольный отелем. Можно рекомендовать.